Кибердемон убежал. В ад. Обалдеть. Чтобы открыть портал в ад, нужны точные частоты и много энергии. Телепортом станции не хватает мощности, чтобы открыть портал. Но я могу перенастроить прототипы БФГ. У них энергии полным-полно. Нужно произвести тестовый запуск, убедиться, что все работает. Стабилизатор питания сдох. Придется найти замену. Нужно вернуться в оперцентр. Здания в долине набиты запчастями. Надо начать отсюда. Есть в одном из хранилищ. Thank you.
Теперь все получится.